Так, ну мы продолжаем искать мои белые комодики в коридор. И сегодня мы пришли в московский район Петербурга, в мебельный континент. Тут сказали, можно посмотреть комодики, которые нам понравились в онлайн-магазине. Потом, если что, расскажу. Интересные глянцевые. Такая увенькая такая. О, какая красивая фиолетовая. Вот такую кухню я бы хотела себе с белой столешницей. Мраморная или под мрамор, точно не знаю. Можно всю в рассрочку написать. Вот примерно комодик, как мы хотим. Узенький, 30 сантиметров. Ящичек выдвигается. Но нужен белый глянцевый фасад. Это для обуви? Нет, такой нам не надо. Вот какая. Это что, кухня? Все очень дорого. Или вот. Гостиная. Вот какая лампа. Интересно. Ну тут уже прям такой английский стиль. Даже собачки. Какой комод. Маме вот подушка понравилась. Вот часы примерно такие я хочу, только с серебром, конечно же. Ну вот под этот, вот под антиквариат, как я говорила. Какие еще часы? 56 200 все. Мне нравятся подушки вот такие с котом, с лошадкой, там еще с собаками. Какая собака. Элвис. Диванчики белоснежные или вот этот лежбище? Ах, какая пожилой леди. Желочки, вот этот, да? Наборчик с косточкой. Ну иди посмотри, сколько такой наборчик стоит нашей девочки. Не девочки, а пожилой леди. Бесценный. Вот такой комодик, ничего, только широкий, жалко. Идеально. Ну по высоте маловато. По высоте как, и не узкий. Я бы вот был бы узенький, не глядя бы сейчас. Это кто? Олень повесился. Это скульптура в ванну. Что можно делать в ванне? Вон
еще зеркало красиво. И олень с рогами. И мы с тобой в зеркале. Шанель номер 5. Мы такого еще не видели. Вот какие часы. Здрасте. Часы классные. Вчера у нас купили, вот остатки остались. Тоже такие дизайнерские. Прямо реально красивые. Богатые дома. Часики особенно классные. Опять же таки золотистые, а не серебристые. Цветы какие красивые. Сразу так привлекает внимание. Какой столик. И это самое, что... И туда чайную ложечку этого топленого масла кладу, как бы сочно. Вот журнальный столик. Очень интересно. Такие сырые. Маленькая картина с лилиями. Ирисы, да? С ирисами понравилось. Красиво, да. Если ирисы, то ирисы я люблю. Где баночка с кошечкой? Пионы. Ну тебе надо такую? Да, надо. Баночку с кошечкой. Маме понравилась баночка с кошечкой. А цветочек? А мне ваза белая нравится, красивая там. Ну это же фишка питерская. Вон какие. Crazy. Crazy cats. Тематика джунглей. Обезьянки. Гориллы. Не создают уют. Прослушайте, пожалуйста. Какой континент мебельный, красивый. Вот такой вот он мебельный континент. 4 этажа. Маме понравилась вон та вон картина с синим лесом. А мне вот это нравится. Девушка с крыльями. Вот еще интересный дизайн. Что-то напоминает такая летняя дача или загородный домик в Англии. Комод какой-то такой. Архив прямо. А это уже такой английский стиль. Даже кровати чугунные. Вот маме такую надо купить, и она будет счастлива. И у спинки есть изголовье, и это у ног. Черный. Черная, но тебе белую покрасим в белый цвет. Что, тебе не нравится? Нет, не нравится. Мне надо, чтобы спинки были сплошные. Так. Не проволочки дырявые, а сплошные спинки, чтобы как в гробу лежало. В гроб хочешь тебя вогнать. Ну вот еще собачка подушка. С боков тебя тоже. На комодик такой. Стол. Баночки с буковками, надо маме сказать, она любит. Ой, какой сундук интересный. Тоже с лавандой. $43,700. Тут также есть морская тематика и опять же таки Лондон. Винтаж. Интересно. Вон какая кроватка для ребенка. Двухэтажная. И вот такой диванчик для мамы. Можно купить, чтобы она сидела, отдыхала.
лондонским колесом и с гербом королевской семьи. Трафальгарской площади и Сан-Пол Кафедрал. Собор Святого Павла. Даже диван вон с английским флагом. Можно заходить? Ну какой диванище. Сколько такой стоит? 500 тысяч рублей. Чайничек. Мама. Регли. Ну да, это все из серии Британия. А что мы тут, Антон? Тойлет. Джентльс рум. Торн офф. Селфон. Вот это завтрак у Тиффани, как она. Ничего не увидели. Да, забыла. Одри Хепберн. Close, я сори. Пускай на английский канал. Может, они открыли. Красивая тоже. Спальня. С мировой картой. Красиво. В общем, ничего мы не нашли пока. Ну ничего. Посмотрим еще. Да, мама? Да, Настя. Ну вот, сходили мы в мебельный континент в московском районе, в Санкт-Петербурге. Очень много всего интересного посмотрели. Очень много английской тематики. Зачем ехать в Лондон, когда здесь все можно купить? Но комодики так и не нашли. Нашли только пару сайтов, где можем это сделать на заказ. Пока так. Маски сняты пока. Едем домой. Пока-пока.